Ассаламу алейкум, играми ватанельяр. Москва-да, Орусатин Илимрин Академидин Конзитры Залда, Лезгирин Милимединятин Федеральный Дережадин Автономия, Фаленка Арадал Гайдела Иних, Канева Дис Тамам Хунис Талукарнавай, Шадвили Мярикат Хелефена. Юбилей Дин Межлис, Сефтега Фарахуналди, Фаленка Дин Советин Председатель Ариф Керимовани, Президент Васиф Асанова Чухна. С момента создания Федеральной Лезгинской Автономии сделал очень много важных шагов. С первого дня мы начали проводить крупные мероприятия. Я всех приветствую, сейчас им будет представлено слово, они, наверное, скажут. Всем вам огромное спасибо, что сегодня вы с нами в этом зале отмечаете наш юбилей. Это не только наш юбилей, это наш совместный юбилей. Когда мы ФНК создавали, цель был объединить наш народ, объединить что-то. Как-то, что мы были как единый кулак, лезгинский народ, несмотря час там, за рекой Самура, час в Дагестане. Надо объединиться, надо сила в единстве. В конце хотел бы пару слов по-лезгинским, а потом опять родной русский язык. Сары лезгихал. Слава Россию. Спасибо, благодарю за внимание. Играли с Хаяна Вахар, кни сурар има чи сурар туш, фаланкет сурар туш, им чиви халди сурар, я. Хакил за кыз вирда зрики сит, когда кни сурар мбарак сва, кыз чади сарвал, рики шадвал, кыз хамиша зун лизгила лак или винеку на кайдавал, чу хамиша, чу хамиша миллион из инлак лухни зун лизгила зуда, Илахучи, Коза Балаяр Курачес. Аллах Кумяку Кизвида Суран Баракрас. С праздником всех!
чехеме арекаттал, юбилей тебирик изгзав муманарахана. Россия день президент администрации день, федеральный дирежда авай, мили автономии ринрикхилар. Дагустанди мили сиясатин во, дин рекрарик ай министр Энрик Муслимов. Дагустанди халтин собранди депутат Марат Алияров во Масабур. Межлисти сиратра авоз, Сашимут Кастив, Феленкадин юбилей дихказ Аллахалу из Радалганвай, лезги халтин дамах меделар вахкана. Ассаламу алейкум, чанзи жувамбур, дюньядин харппен, арса патамбур. Ассаламу алейкум, чанзи жувамбур, дюньядин харппен, арса патамбур. Икья кюй колер кат, икья хизанар, ватан дих цигельяз, канвани ялар. Икья кюй колер кар, икья хизанар, ватан дих цигельяз, канвани ялар. Икья кюре гирхам, сан завани, кёз халк дина детар. Масан завани, икья кюрегин хам, сан завани, кез халк дина детар, масан завани. Лах кюрюх мадни хат, хатан завани, лезги жал дидекиз, кез кан завани. Лах кюрюх мадни хат, хакан завани, лезги жал дидекиз, кез кан завани. Чел дедикис, кез кан замани. Ассалам алейкум, чан зилизги яр, дидечал лизги дин. Ассаламу алейкум, чан зилизги яр, дидечал изги дин, хилин ризги яр. Вахта чита хайда, гель дюния дилай, фена чини шумутса, эль дюния дилай. Вахта чита хайда, гель дюния дилай, фена чини шумутса, эль дюния дилай. Икья кюрегин хам, сан завани, кез халк дина детар, масан завани. Икья кюрегин хам, сан завани, кез халк дина детар, масан завани. Лах кюрюх мадни хак, хакан завани, лезги жал дидекиз, кез кан завани. Лах кюрюх мадни хак, хакан замани, лезги чал дидекиз, кез кан замани. Лезги чал дидекиз, кез кан замани.
юбилей дихказ алакалуяс, филанкади лезги гет аралай маца премии арадалганва. Лезги гамунал жезва гетенек алуб давас чкинова статуэтке ярни, меценатни патай пулдни пшкешар илимдин, медениятдин, образовани дин хилени бекилриф, или тишкилатри вахкана. Я
Премьера новой песни на слова Хаджи Давуда Мишкирского. Еще раз давайте поаплодируем нашей звезде.
Расул Абакаров! Я и сам.
Все большое начинается с маленького. Дом с кирпичика, море с капельки, дерево с зернышка. Великолепие лезгинского ковра начинается с маленьких узелков, каждый из которых пронизан нитью связанных судеб. Лезгинский ковер хранит в себе бытие народа, все самое доброе и дорогое. В этих нитях и прядях переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Каждый узелок в ковре значим и ценен. Он может лечь неровно, может быть не безупречен в своей форме, но он всегда находится в правильном месте, в одном ряду с другими узелками. В этой ровной поверхности кроется сила и красота. Как каждый узелок ковра имеет значение, так и каждый человек играет важную роль в нашей истории. Он может быть несовершенен, со своими пороками и недостатками, но без него жизнь станет неполной. Ведь если не будет хотя бы одного узелка, в этом месте сначала образуется дыра, а потом ковер распустится вовсе. Давайте будем сохранять каждый узелок в ковре, будь то люди, наш духовный рост, наше стремление к целям. Позвольте каждому из них проявиться в полной мере, чтобы вместе мы создали невероятно красивое и прочное полотно. Наш ковер жизни.